Я бы хотел поздравить жителей Ульяновской области с наступающим 2018 годом. Уверен, что 2018 год принесет много интересных идей, проектов, инициатив от молодежи. Уверен, что те идеи, которые у каждого из нас есть, те мечты, которые мы грезим каждый день и желаем их осуществления, обязательно сбудутся в 2018 году. Уверен, что те цели, которые мы перед собой ставим, они обязательно достигнутся. Всего самого хорошего вам, главное здоровье, настоящего человеческого счастья и надежных людей рядом и верных друзей. Желаю всем ульяновцам в 2018 году, так как это год собаки, большого количества друзей, чтобы они вас окружали всегда и были рядом с вами. Ну и, естественно, желаю всегда быть здоровыми, счастливыми, веселыми, амбициозными, достигнуть в следующем году того, что хотелось бы достигнуть, может быть, в уходящем году, но чего-то не достигли. Ну и самое главное, быть всегда радостными, оптимистичными и, естественно, чтобы вас всегда любили.